поймаем варгур, ребят. Прикиньте, я поймаю варгур. Что мы будем делать с варгуром? Какие-то рожи у них знакомые, блин. Такое ощущение, что это трапчик. Два варгура меня убьют. Это проблема. Ага, я прилетел, а тут варгуров нет. Они в соседнем хевене. Ну, блин, два варгура это слишком трайхардно. Мы просто сольем Нестор, но, в принципе, а почему бы и нет? Почему бы не слить Нестор? Но варгуры не убиваются, у меня нет нейтриков, чтобы убить варгур. Как бы это грустно ни звучало. Плюс варгуры мне могут бонусника опрокинуть. Варгуры здесь, это дуалбоксер. Он отварпывает и... Один варгур... Они отварпали! Я тупо залочил цель, и они отварпали. Офигеть, офигеть. Блин, залочил, короче, варгур, и он ушел в варп, то есть секунды не хватило, чтобы поинт на него лег. Ну, два варгура меня убьют, и два варгура я, в принципе, пробить не должен, потому что ДПС у меня очень мало. Если они варпали на станцию, то, возможно, я их смогу им ЖД-шнуть. Но тут еще есть какая-то хреновина. Они варпали... Да, они пришли на тот самый объект. А вот скорб пришел не на объект, но скорб пришел довольно далеко, поэтому я его ЖД-шнуть не успею. Успею, если ему дико не повезло. Были бои? Не, боев не было, увы. Найс, скорпа я им же дэшнул. Главное не слиться об скорпа, потому что он по мне стреляет. И меня светит, это очень плохо. Джамп дронов на него кину. Но скорпа я им же дэшнул. Изи. Ох, я заджамил скорпа с маловыми джамп дронами. Офигенная механика этой игры. Спасибо. Скорп, я думаю, не очень доволен. Скорпов Нави 100 лет не убивал, но, блин, у них два варгура, ребят. Мне кажется, варгуры меня могут просто прогнать саными тряпками. Вот реально с саными тряпками. Видели, да? Видели на втором окне, как это было классно? Я бампнул скорпа и МЖДшнул его. Жаль, было плохо видно, но было, надеюсь, видно. Что-то я аж занервничал, потому что кнопки... О, варгуры андокнулись, твою налево, ребята, я не танкану столько. Я столько не танкану. Я реально нервничаю, ребят. Я реально нервничаю. Давайте, варгур, let's go. Let's fight. Так. Ух, ежик. Сейчас мы на дальнюю орбиту отскочим. Че, варгуры передумали ко мне варпать? Это печально. Что за дроны меня гоняют? Варьор это один. Окей. Это не страшно. Это, конечно, напряжно, но не страшно. Не настолько страшно. Но нужно варьоров на самом деле себя скинуть. Я просто скину себе варьоров. Успел прогреть? Успел прогреть. Отлично. Блин, два варгура засали. Офигеть. Впервые такое вижу. Реально впервые. О, снова Рэйвен Нави. Господи, что это, мать его, за куча батлшипов страшных? Я к такому не готов. Так. Даже не знаю, как в данной ситуации мне вести... Что в данной ситуации мне вторым окном делать? Видели, Рэйви Нави андокался, и два варгура андокнулись. Они хоть арти или пулеметные? Наверное, пулеметные. Пулеметные, да. Но варгуры это дичь. Варгуры я не пробью. Главное не перенервничать, потому что в таких файтах можно реально перенервничать. И просто заруинить файт из-за этого. Дрейк. Хороший выбор. Плюс локал. Так, капну-ка я себе, пожалуй, линки. А, он убивает мне смолдронов. На магусе, я понял, что он делает.
Он что-то варпает, варгуры варпают, да? Да, варгуры. Так, я, пожалуй, отъеду в сторону. А, варгур пришел на дистанцию, так, его нужно попытаться поддизить. Это, конечно, рискованно довольно со второго окна, плюс я реально педали путаю, ребят. Я реально путаю педали. Ой, так, они меня лочат? Что меня лочат? Варгуры меня... Ой, варгуры меня лочат. Ой, сейчас как альфанут меня нафиг. Как альфанут меня, и жопа будет. Окей, один варгур я держу. Ой, Карл, все плохо. Так, второе окно пока живо. Ой, как мне стрёмно. Ну-то они могут МЖДшнуть. Не могут меня отнейтрить. У них куча дронов, поэтому они меня очень быстро сгонят на второе окно. Мне нужно себе еще бонусы апнуть. Точно, бонусы я апнул себе. Найс. Это мне хоть как-то поможет. Так, второе окно пока живо. Блин, я реально на стуле сидеть не могу. Нервяк, просто нервяк. Просто, мать его, нервяк. Потому что это ситуация такая себе. Так, главное, чтобы они не МЖДшнули. Нужно быстро натопить на второй варгур. Да сдохни ты уже. Давай, 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 минусуйся. Отлично. Пробуем пробить, дальше будет видно. Тут, наверное, Дрейк нужно убить, но Дрейк... А, ну, в принципе, я могу сделать вот так вот. Я держу варгур, я могу убить Дрейк. А Дрейк держать на втором окне. Так, Дрейк, come on. Твою налево. Чуть не альфанули мне второе окно. Фу. Бедный МЖД Дестройер, господи. Он только что чуть не офигел. Ну, Дрейк никто не держит в этом косяк. Я сейчас, конечно, вернусь на себя, но там страшно перехватывать все это дело. Реально страшно. Плюс у меня анцелярка сейчас перезарядки будет. Да, варгур я не пробью, да, ребят. Варгур я не пробью. Но заливаются они от души. Главное не перенервничать, потому что такое может быть. Такое у меня бывает. Ну, варгуры крабские, но их пробить тяжело в любом случае. Ну, такое ощущение, что они в капстаб меня танкуют, если честно. Вот видите, нужен ДПС. Нужен ДПС. Нет ДПС, ты не очень. О, смарты. А, ну, в принципе, смартой, смартой. Это не такая проблема, как кажется. Главное себе линк япать при этом, не забывать. Смартой, смартой. У меня есть для этого васпы. Ты тратишь себе капу, смартой.
съесть бустер, вдруг побочка будет. Я не буду есть бустер. Трешак убью, чтобы он не мешал мне, а то он будет отгонять. Почему ты не смартуешь, блин? Смартуй давай. Ты же сливаешь себе капу, это ж классно. Второе окно даже не кидаю в грид, чтобы тупо не отвлекаться. Найс. Не нужно, чтобы он смартовал. Он будет жрать себе капу, а васпы у меня будут танковать его смарты. И в таком случае он просадит себя по капе. Но у меня батареек не так много, как хотелось бы. И он прям откачивается слишком хардкорно. И плюс он еще не в бастионе, понимаете? Надо батарейки есть на меньшем проценте капа, на самом деле, я зря их спешу. И спешу и кушаю, потому что размер капаситора здесь маленько отличается от базового капаситора кораблей. Ух. Не, варгура я не пробью. Разве что мне кто-то поможет из местных жителей. Может, какие-нибудь роуминги летают. Смартуй, друг. Активируй, пожалуйста, смарты. Ты сразу начнешь промахиваться. Точнее, ты сразу начнешь капу тратить, господи, что я несу. Что было в Скорпионаве? А, ничего. Печалька. Я думал, там может миллионы фракций, а там нет. Так, надо бонусы себе, наверное, апнуть. Что-то я об этом забываю совсем. Потому что нам нужно как-то танковать. Танкуем мы явно лучше под бонусами. Я могу, конечно, в греве крутить. Они начали дронов пытаться меня убивать. Плюс локал. О, он просаживается? Серьезно? Нужно держать второй варгур, я думаю. Нужно пытаться держать второй варгур. Второй варгур, это какой ник? Господи, забродкащу себе его, забродкастил. Блин, не туда стреляю, господи. Блин, второй чар подварпал, черт. Черт на васпу, если я потеряю, не так страшно. Так, второе окно пока живо. Второй варгур нужно будет МЖДшить. Он слишком близко подтопил. Эй, не качайся. Так, так, так. Огр, 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 огр. Не качайся, пожалуйста, брат, не качайся. Ты должен слиться. Так, второе окно пока в норме, но там трешак мешает. Пытается мешать вроде бы. Найс. Так. Теперь сложный момент. Сложный момент. Сложная игра и очень сложный момент. Теперь нужно не завтыкать. Нужно не завтыкать. Так, мы делаем вот так вот. Мы делаем вот так вот. Мы забиваем на трэшер. Только не слейся. Только не слейся. Только не стреляй в мое второе окно. Апаем все бонусы. Стапливаемся. Не бампануть, не бампануть. Кладем граплер, останавливаемся, МЖДшимся. Только бы не в станцию. Не, нормально. МЖДш, но не так далеко, но нормально. Так, катаемся. Скрябаем, убиваем. Так, отъехал, отъехал. Второе окно отъехало живым, отлично.
так, чтобы он не дотопил кипотренч 1 километр. Фух, твою налево, только бы стрим не дропнуло. Так, что у него по резистам было? ЕМ самый низкий. Ага, термал даст больше дамага. Да, термал даст больше дамага. Окей. Не, ребят, не каркайте. Не факт, что я второй варгур пробью. У них могут быть разные фиты. Плюс они меня гоняют дронами. Так что я себе апну линки и пока отъеду в сторону. Опять магус мне выгнали. Да он, у меня реактивка, она накрутила резисты. Там 60% эксплозива реактивка накрутила. Стасян, спасибо тебе большое. Ну, не спешите. Второй мы еще не убили. Не спешите. Никогда не спешите. Он еще не в бастионе. Он не хочет бастион, он хочет топить в станцию. Бастион нужно активировать только в аномальках. Он начал стрелять чем-то другим. Это другое, что-то, по-моему, тоже эксплозив. Да, тоже эксплозив. Клинки падают, надо на варп сделать. Лишний цикл репки сделал. А, дронов праймарят. Надо замечать. Надо замечать эти моменты, я их не замечаю. А, не того дрона кинул.
Так. Сейчас мы кое-что сделаем хитрое. Еще джамп-дронов на него повесим со второго окна. Джамп-дронов я повесил на него со второго окна. Теперь окно нужно увести на 150. Буду кидать васп, у васпа довольно много шелды. Васп очень тяжело убить, потому что... Ну, для васп нужно много ДПС, чтобы убить васп. У них довольно много базовой шелды, и это очень помогает. Так, надо сейчас дальше 150 не утопить на втором окне, главное. Чтобы джамп-дроны работали и не отвалились. Но он снова начал меня праймарить. Не праймерит мне больше дронов. А, нет праймери дронов, но не так активно. Начал вновь праймерить меня. Пушки. Я не помню, сколько мы прошлого ковыряли, но этого ковыряем очень долго. Вот он упал в джам. Отлично, это работает. Главное, чтобы джам-дроны со второго окна не отвалились в итоге. Имикус, это цинка, что ли? А, он бежит лутать, господи. Эй, дрон, домой. Так, надо линк себе апнуть. А линк я апну, дроны снова отвалятся, блин. Плохо. Придется переконнектить быстро. Бист, посмотри, первый килл. Ракл. Вдруг там что вкусное лежит, а ты не подберешь. А, спасибо большое за транзакцию. Я смотрел, а там ничего не было. Спасибо. Мне кажется, варгру заканчивается. Он заджамился. С дронов от Магуса. Делается это, чтобы он дронов не так активно праймарил. Все-таки мы что-то с вами нашли. Fuck you! Fuck you! Ноп. Так, что у нас в итоге получилось по луту? У нас получилось по луту... Лярд. Теперь нужно как-то живыми... А, ну и конечно же насадка. Не зря мы сегодня отпустили Халк, ребята. Да, ребят, Нестор не очень. Варгуры просто хуже Нестора были, понимаете? А... Все ж просто. Мне кажется, здесь нужно логофнуться. Я не готов к продолжению этого роуминга. Надо логофнуться. Я просто не готов к какому-то продолжению. Если я сейчас солюсь, у меня жопа пригорит. Я не смогу.
играть больше в эту игру. Если я собака, ты собака, а как начат хивиней тротронов в Нестре? Спасибо, Винарт, огромное тебе. Да нет смысла в хавидронах. Он же сдох. Ну, с хавидронами он просто не будет качаться. Хавидроны, вернее, да, он не будет качаться, скап у него будет все хорошо. Хавидроны слишком мало нейтрит. Здесь помог бы второй нейтрик, который я, увы, снял перед роумингом. Еще в итоге мы убили Скарпанави, Дрейк, Трэшер, Варгур, раз, и Варгур, два. Второй танканул, кстати, намного больше. В два раза больше танканул второй. Как убить на Несторе на 5 лярдов странных кораблей? Легко. И все началось с того, что я МЖДшнул Скарпа Нави. Спасти рядового Скарпа. Офигеть. Вот что делает. Вот я, помните, я взвешивал, что же все-таки лучше, стелька на втором окне или МЖД Дестройер? Ребята, МЖД Дестройер. Потому что стелька такие файты не делает. Элементарно. А ведь я говорил, Гвевар. Спасибо, спасибо большое. Ух, ты. Ну там варгуры 4 лярда и прочие шушеры, еще, наверное, лямов под 500. Потому что скорб Нави вроде бы очень дорогой. То, что мне показывает эта хрень, это далеко не вся сумма. Бист, иди в СК двухпартейку. Выдохни там. Сейчас я куда-нибудь спрячу корабль и выдохну. Спасибо большое, кот Йоны, за транзакцию. Там еще одна транзакция тем временем. ГФН, да, ребята, это просто жесть. В чем была проблема варгуров? Дай аналитику по поводу этого боя. Почему ты вышел победителем? Проблема варгуров была в том, что они не включили бастион. Если бы они встали в бастион, то у меня батарейки закончились бы раньше, чем закончились бы эти варгуры. Все. Я даже прыгнул в панике не туда. Читер на потоке сдох совсем. Я даже прыгнул тупо не по тому десту, господи. Сейчас, ребятки, сейчас я в себя приду, потому что я тупо прыгаю не в те десты. Это просто кошмар. 14.88 на потоке... А там был спам в чатик, что ли? Спасибо большое за транзакцию. Вот. Спасибо, спасибо, ребят, огромное. Я просто пытаюсь прийти в себя. Просто такие файты, они бывают...